таких девушек единицы. И, конечно же, встретить такого же парня ее уровня сложно. Но я умоляю тебя, драгоценная моя, крепись. Не обесценивай себя, не разменяйся вообще. Не надо быть дурой, не надо становиться вот этой вот блондинкой в Инстаграме с вытянутыми губами. Ни в коем случае не надо, не надо, не надо. Это эксклюзив. Храни это. Ты притянешь в свою жизнь такого же мужчину, которому не нужно будет петь дифирамбы, который будет интеллектуальный, образованный, с которым будет тебе интересно. Если ты сейчас обесценишься, ты как бы свою цену собьешь, приземлишься, да, ты выйдешь замуж, да, ты начнешь встречаться с парнями, но ты не сможешь их уважать. А счастливые отношения, они строятся в первую очередь на уважении. Когда я уважаю этого человека, меня восхищает его смелость, меня восхищает его интеллект. Ну, каждая женщина свои претензии к мужчине, да, или желания, или потребности, что она хочет в мужчине видеть. Поэтому я еще раз скажу. Не надо слушать маму, отчаявшуюся, которая в 21 год дочку пытается замуж выдать. Вообще до 30 лет не думай об этом. Расслабься, пари, лети, познавай, узнавай. Вообще, если у тебя такой ум пытливый, я не знаю, там, дело в какое-то этот ум направь, я не знаю. Стань личностью до 30 лет. И ты встретишь, вот найди то русло, куда бы ты могла бы вот свой интеллект, всю свою вот эту энергию туда, можно так сказать, направить. Потому что именно там наверняка ты встретишь того человека, кто тоже там будет. Потому что искать интеллектуала на дискотеках, в ночных клубах, на лавках, не знаю, где-то еще не стоит. Таких людей надо искать в других вещах. Во-первых, лучше их не искать, лучше увлечься делом, увлечься судьбой своей, увлечься призванием своим. Искать себя как личность, найти себя как личность, у тебя есть прекрасный шанс. А замуж успеешь выйти, ты точно не останешься одна. Перестань слушать этих подруг, они пытаются просто стянуть тебя опять на этот маргинальный образ жизни, которым живут сегодня подавляющее большинство людей. Пари, будь этой белой вороной, пари, одинокой ты точно не останешься. Твой, как говорится, орлы летают поодиночке, и вот твой орел тебя найдет. Свою орлицу однажды.